«Красная Катарина», автор Александр Бушков. Вы читали Богомолова, август 44 -го. Ага, так вот у него там приведена подлинная прибаутка, кружившая среди армейцев. Чем особисты отличаются от медведя? Тем, что медведь дрыхнет только зимой, а особисты круглый год. Поганая и несправедливая присказка, могу вас заверить. Но она и в самом деле имела большое распространение. Чисто по-человечески, конечно, обидно. Но что тут сделаешь? Понимаете, все держалось в строжайшей секретности, сопровождавшей абсолютно все операции СМЕРШа. Мы просто-напросто не могли выпускать наружу ничего. Армейским в этом отношении в сто раз легче. У них не жизнь, а малина. О взятых городах, подбитых танках, сбитых самолетах и пленных немцах моментально доводятся до всеобщего сведения. Причем что уж там порой с приписками. Но мы-то мы-то не имели права не то что посторонним, а порой ребятам из своего же управления не словечком обмолвиться о взятых диверсантах и шпионах, тем более о радиоиграх и прочих комбинациях. Наших пленных и наших трофеев сплошь и рядом никто не видел, кроме нас самих. Отсюда все. За войну случалось немало опасных дел, но вот чего никогда не испытывал, так это страха. Страх меня достал уже после подписания капитуляции, где-то в середине мая не так уж далеко от Берлина. Мое начальство по армейскому управлению включило меня в спецгруппу. По сути, мы трое были чем-то вроде простых квартирьеров. Но это определение употребляется, когда речь идет о тех, кто занят размещением обычных воинских частей. А мы были квартирьерами для маршала, для командующего фронтом. Война кончилась. Но неизвестно было пока что, когда расформируют штабы фронтов и куда переведут командующих фронтами. Следовательно, нужно было обеспечить командующих постоянными резиденциями. Сами понимаете, не крестьянскими избами. Хотя крестьянские избы в Германии, что уж там, и на крестьянские избы не похожи. Это в наступлении, в движении, даже маршал сплошь и рядом расположится на постой какой-нибудь халупе, потому что на сто верст вокруг ничего другого нет. Но уж когда речь идет о постоянном жительстве, да еще в Германии, Тут, сами понимаете, положено подыскать что-то соответствующее званию для приема иностранных военачальников и прочих серьезных мероприятий. Как обычно поступали в таких случаях? Мест под будущую резиденцию было намечено несколько. Сколько именно и где, нам знать и не полагалось, как и другим о нас. Каждый знает только свой объект. В общем, небольшой старинный городок, совершенно не затронутый военными действиями. Кто-то до нас, до нас, естественно, не считали нужным доводить, кто подыскал подходящий дом. Не огромный дворец, конечно, их там и не было, но и не просто особнячок зажиточного фрица. Как говорят поляки, палацик. Палац – это дворец. Ну а палацик, соответственно. А, вы знаете, польский. Тогда и объяснять ничего не нужно. Сбережем время. Для нас дом считался объектом номер три. Что позволяет думать, для маршала были намечены как минимум три резиденции, а может и больше, но кто бы знал. Задача перед нами, собственно говоря, стояла довольно простая, прозаичная. Несколько дней, пока окончательно не определиться с выбором объекта, побыть сторожами. Впрочем, не так уж и просто. Старшим группы назначили меня. В моем подчинении были старлей из нашего управления, пусть будет Петров, и старлей из охраны маршала. Интересный старлей, кстати, назовем его Сидоров. Мне по дружбе шепнули знающие люди из числа закадычных приятелей что Старлей, хотя и обмундирован пехотным офицером, но на самом деле наш, причем не из армейского управления и даже не из фронтового, а из столицы непосредственного московского подчинения. Не зря же именно его отрядили в нашу группу. Я бы не удивился, окажись а, он на самом деле не Старлеем, а постарше даже по званию меня в ту пору капитана. Хватало прецедентов. Выделили мне два взвода из войск НКВД и троих порученцев с машиной и двумя мотоциклами, Задача, с одной стороны, как я уже говорил, была простая, а вот с другой следовало скрупулезнейшим образом соблюсти несколько условий. В доме обитаем только мы трое, попеременно неся ночное дежурство, что и меня касалось. Все остальные, даже наши ординарцы, порученцы в офицерских званиях и те два взвода вместе со всеми офицерами, живут в палатках в парке. Обязаны сохранять и дом, и парк в совершеннейшем порядке, в точности так, как обстояло при немецком владельце». Упаси Боже, хотя бы веточку в парке обломать, не говоря уже о том, чтобы кучку под кустом наложить. Сортир оборудовали в отдалении, за пределами парка, на задах. И весь личный состав был настрого на три раза предупрежден. Вздумай, кто хотя бы по-малому оправится на территории усадьбы. Так проще будет называть по-русски. Или просто зайти в дом, а гребет на всю катушку. Даже офицеры, если у них кому-то из нас возникло бы неотложное дело, обязаны были не заходить дальше прихожей, где посменно дежурили наши ординарцы. Нам троим гораздо больше повезло в смысле комфорта. В доме исправно работало и электричество, и канализация. В округе должны были кроме маршала разместиться немало генералов и больших штабов. Так что местную электростанцию наше инженерное подразделение холило как лялечку. А комендант города озаботился, чтобы канализация работала исправнейше. Первым делом разыскал немцев из соответствующего хозяйства и приставил к делу Присовокупив к ним и наших в немалом количестве для надзора и контроля. Жить нам троим предстояло как фон баронам каждому в отдельной комнате. Правда, не в господских покоях, а в комнатах для прислуги в западном крыле. Но эти комнаты для прислуги, между нами говоря, на наш тогдашний взгляд, да и теперьшний пожалуй, были не хуже гостиничного номера Люкс. Прежний хозяин свою обслугу держал не в коморках на чердаке. Точно так же и у нас был строжайший наказ. Боже упаси паркет поцарапать, портьеру папиросы прожечь и все такое прочее. Ни малейшего ущерба внутренней обстановке. Представьте, орлы, что вас на недельку в Эрмитаже поселили, фыркнул майор, когда отправлял нас. Вот и ведите себя соответственно, чтобы ежа в задницу не схлопотать. И уж тем более настрого он предупредил. Упаси боже что-нибудь оттуда спереть, хоть наперсток. Но ну, ничего по-настоящему ценного, вроде золотых портсигаров столового серебра или каких-нибудь фамильных драгоценностей там уже не было. Как мне рассказали на подробном инструктаже, хозяин смылся на запад к американцам еще в середине апреля. Так что время собраться обстоятельно у него было. Как показали отысканные нашими свидетели из немцев, сам он с семейством уехал на двух легковых машинах, а следом шел трехосный грузовик, набитый под завязку. Собрал не только золото, серебро, камушки, но и немало картин, видимо, особенно дорогих. Ну и прочее ценное барахло. Порой непонятно даже какое. Мы там нашли кучу пустых вроде как постаментов, каменных, изящных таких деревянных подставок, на которых явно прежде что-то стояло. То ли вазы, то ли статуэтки. Немало пустых витрин наподобие музейных. И большую часть одежды прихватил. Кто он был, я так и не знаю. Но персона, надо полагать, влиятельная, если в эти последние недели военного краха и разгрома организовал себе не маленький грузовик. И надо полагать какие-нибудь спецпропуска. Никаких семейных фотоальбомов мы не нашли. То ли он их прихватил с собой, то ли выгребла наша команда, которая отсюда изымала все бумаги. Но это опять-таки другое подразделение, и в детали нас не посвящали. Однако по некоторым наблюдениям, после вдумчивого изучения того, что осталось в доме, а от скуки мы там все, конечно, очень осторожненько переворошили – я бы сделал вывод, что наш фон Барон стопроцентный штатский. То ли фабрикант, то ли что-то в этом роде. Ну, конечно, осталось превеликое множество вещичек малоценных, которые с собой в таких условиях не потащишь. Всевозможные безделушки, всякие там фарфоровые статуэточки из дешевых, мелкие бронзовые цацки. Каюсь, каюсь. Несмотря на строжайший приказ, я оттуда все-таки спер маленькую такую бронзовую кошечку, величиной со спичный коробок. Очень тонкая работа. Но вещица явно по немецким меркам копеечная. Когда уезжали, сунул за голенище и обошлось. Знаете, по некоторой молодой лихости характера, ну и для дочки, она обожала всяких котяток. И фарфоровые у нее были, и резиновые. Предположил, что вряд ли наша команда, осматривая дом, переписала все до одной эти безделушки. Что-то не водилось такого. Ну вот мы прибыли. Солдаты стали разбивать палатки, их офицеры составлять схему постов. А мы трое первым делом, как инструктировали, пообщались с саперным капитаном. Его ребята на три круга два дня подряд проверяли каждый уголок на предмет мин, замаскированных зарядов и прочих камуфлетов. Уже это, как вы понимаете, делалось скрупулежнейшим образом. И мы, и немцы, отступая сплошь и рядом, если успевали, минировали здания, в которых противник предположительно мог разместить штабы высших офицеров. Вообще использовать для своих нужд. У капитана был акт о работах в нескольких экземплярах, где говорилось, что абсолютно ничего он не обнаружил. Мы как инструктировали, подписали все, один доставили себе. Потом капитан из армейского управления показал нам наши комнаты, кухоньку для прислуги, которой мы могли пользоваться. Еще раз наказал коротенько, чтобы мы елки зеленые тут и лампочку за три копейки не разбили. Иначе весь оставшийся срок службы будем где-нибудь на Камчатке дослуживать. И укатил. Все. Теперь ответственность за объект номер три целиком и полностью лежала на мне, грешном. И что бы ни случилось, взыскивать будут в первую очередь с меня. Ощущение. Но если вы сами такого не переживали, то словами описать и нельзя. Очень сложное ощущение. Очень специфическое. Мне предстояло проинспектировать взводы, когда они все закончат, но это часа через два, так что свободное время образовалось. Сели мы втроем в кухоньке, чего ж там, выпили по стопочке за благополучный ход и успешное завершение операции. А малость подумавши, как русские люди и офицеры накатили по второй. Не было у меня ни особой тревоги, ни беспокойства. Сами мы, не дети малые, зеркала бить не будем и паркет не поцарапаем. Благо в доме нашлась целая груда удобных домашних шлепанцев, в каковы мы и переобулись. Это, конечно, не по форме гимнастерки, галифе и шлепанцы. Но что поделать, если обстановка требует, еще, не дай бог, в самом деле царапнешь где сапожищем и заработаешь того самого ежа. Уж будьте уверены. Солдатского баловства, на которое наш брат Славянин был весьма охоч, ожидать, пожалуй, что не приходилось. Никто мне не говорил, но я и не сомневался. Взводы, составленные из старослужащих, с каждым предварительно проведена индивидуальная беседа. И уж, конечно, подробно разъяснено насчет ежа. В общем, должно было пройти как по маслу, я в три минуты составил график ночных дежурств. Первым Петров, вторым Сидоров, ну и последним я. А там по новой. И осталось одно единственное, но без шуток важное дело – изучение вверенного мне объекта. Вот мы втроем и двинулись изучать. Начали с третьего этажа, где сами располагались. Дело шло без заминочек. Хотя хозяин и многое увез, осталась масса интересных вещей. Как не одергивал подчиненных, чтобы поменьше пялились по сторонам, сам порой засматривался. Впервые в жизни я оказался в таком вот роскошном палацике. Потом спустились на второй этаж. Там мы ее и нашли. Почти сразу же, в западном крыле, с которого и начали. Выглядело это так. В стене устроена ниша, примерно пара метров в глубину и метра три в ширину. И ниша эта забрана кованой решеткой. Решетка, конечно, не примитивные железные прутья крест-накрест. Нет, в стиле особняка она полностью соответствовала. Изящные завитушки на манер веток с листьями, ромбы, как бы солнечные круги с лучами. Свободного пространства между ними много. Кошка, например, без труда пройдет, а вот человек уже не пролезет. Основательные такие прутья, добротные, с винтовочный ствол толщиной и, судя по всему, не полые, сплошные. Внутренность ниши и боковые стены и пол и потолок отделаны темным камнем, а посередине, на невысоконьком постаменте, пониже даже, чем в ладонь, женская статуя. Она у меня и сейчас перед глазами, как в тот день, из розоватого какого-то камня, цветом наподобие зефира. Знаете ведь розовый зефир? Вот примерно такого цвета. Поскольку решетка, как я уже говорил, была не такая уж густая, рассмотреть статую можно было прекрасно. Приблизил лицо как раз достаточно места, и любуйся. А мы именно что залюбовались. То ли молодая женщина, то ли девушка в полный человеческий рост, примерно метр шестьдесят пять. Работа изумительная. Это даже мы сразу поняли. Но ну, изумительная работа. Стоит она, полностью обнаженная. Правую ногу чуть-чуть согнула в коленке и слегка выставила вперед. Левой ладошкой это грациозно прикрыло главное женское достояние. А правую, сложив пальчики щепотью, держит на плече. Так, словно собирается расстегнуть какую-то застежку голову подняла, это гордо, надменно смотрит в пространство. Такую посадку головы, такой взгляд я сто раз видел у живых красоточек. Мол, никого я вокруг не замечаю. Я красивая, по самое не могу. Жду принца. Личка очаровательная, прическа высокая, сложная. И каждая тоненькая прядочка отдельно проработана. И глаза не слепые, как у древнегреческих статуй. Зрачки синие. Покрыты то ли прекрасно сохранившейся краской, то ли эмалью, каменная, но как живая. А будь она живая, фигурка, грудки, бедра, идеальных очертаний, личика. Будь она живая, ни за что не отлип бы, разве что поленом по голове двинула бы. Ну и тогда, наверное, отлежавшись, вновь принялся бы ухаживать. Красавица аж зубы сводит. «Вот это да!» – говорит Петров. «Античность!» Знаток, изволите ли видеть, услышал там и сям паромных словечек. «Нет», – сказал я, – «никак не похоже». Здесь нужно сделать кое-какие пояснения. Я не искусствовед, ни в каких таких соответствующих вузах не обучался. Образование у меня гораздо скромнее. Десятилетка, училище войск НКВД, спецкурсы немецкого. Однако воспитание у меня было совсем другое, чем у Петрова. Оба мы с ним москвичи. Но Петров – шпана из Марьиной рощи, без Мать вагоновожатая, за спиной семь классов и шестимесячные офицерские курсы военного времени. Правда, он был нисколечко не тупой, сообразительный парень, хваткий. Немецкий, кстати, более-менее прилично освоил без всяких спецкурсов. Просто. Просто с такой биографией культурки ему, прямо скажем, не хватало. Ну вот что было, то было. Со мной обстояло несколько иначе. Я Сарбата, Отец с матерью учителя, дядя археолог, кандидат исторических наук. И школа моя была получше, чем у Петрова в его маринной роще. И родители хотели, чтобы я поступил не куда-нибудь, а в МГУ, и библиотека у нас дома была богатая, и родители старались, как сами говорили, чтобы я вырос культурным человеком. Нет, не подумайте, что я был каким-то таким заморошем, который дома безвылазно сидит над книгами. Я был парнишка нормальный, крепкий, жуль Верна и Майнрида читал гораздо охотнее, чем те серьезные книги, которые мне родители подсовывали. И без дворовой компании не обошлось. А как же? Я же не на отдельной планете жил, и первое, чего мне хотелось, это не листать умные книги а приобрести должный авторитет среди дворовых пацанов. Вполне естественный образ мыслей для любого пацана, я думаю. Так что и драться умел неплохо, и венца мне иногда случалось отхлебнуть. А в десятом классе одна разбитная девчоночка меня невинности лишила, как дюжину пацанов до меня. Одним словом, все у меня в этом плане было нормально. Хотя с родителями на этой почве, как легко догадаться, недоразумения случались. Классические были интеллигенты, самую чуточку витавшие в облаках. Дядя, даром что кандидат наук, меня как раз в этих вопросах защищал. Он, несмотря на всю свою ученость, был как-то приземленнее, ближе к жизни, чем к оплакам. И выпить был не дурак, и с женой в 42 года развелся ради своей молодой аспиранточки. Но как бы там ни было, благодаря таким родителям, домашней библиотеке, неплохой школе и родительской нацеленности на МГУ, я все же получил казенно выражаясь некоторый культурный багаж. Другое дело, что МГУ накрылось медным тазом. Вызвали меня после выпускного в райком комсомола и вручили направление в то самое училище войск НКВД. Как я потом понял, кто-то ко мне присмотрелся как следует и поставил напротив моей фамилии галочку. Парень не глупый, развитой, комсомолец, родители. Хотя и беспартийный, по анкетным данным безупречный. Дядя член партии, кандидат наук, орденоносец. Хотя моральный облик самую чуточку и подпорчен, Дед по матери воевал в гражданскую, на правильной, естественно, стороне. Потом-то я узнал, как именно приглядываются и делают выводы. Ну и пришлось мне четыре года осваивать и военное дело, и иные премудрости, уже ведомственные. Получил я свои кубари, а через две недели – война. К чему я все это рассказываю? К тому, чтобы пояснить, почему я, в отличие от Петрова, сходу определил, что статуя эта никак не античная. И стиль не тот, и прическа никак не древнегреческая – а вот на репродукциях женских портретов эпохи Возрождения я именно такие не раз и видел. Может быть, конечно, лет ей не 400, а не более 100. Не настолько уж я в этих нюансах образован, но, безусловно, не античность. Однако я промолчал, свои соображения держал при себе, а зачем, собственно, вылезать со своим, понимаете ли, культурным багажом? Вопрос совершенно не принципиальный. Хочет Петров думать, что это античность? Пусть так и будет. Проще надо жить, без лишнего в Сидоров посмотрел на него чуточку насмешливо и говорит. «Извини, Петров, не тянет она на античность. Прическа, я бы сказал, века 16 -го, 17 -го. Ты зрачков античные мастера так не делали. Вообще стиль не тот». «Ох, думаю, не просто ты, Сидоров. А, впрочем, простого к маршалу и не приставят». «А ты что в этом сечешь?» – спросил Петров с любопытством. «Немножечко», – ответил Сидоров с мимолетной улыбочкой. Вообще-то там надо полагать все и написано, только не разобрать ничего. Мы прекрасно поняли, о чем он. На постаменте прикреплена небольшая табличка, вроде бы бронзовая, но настолько почернела, позеленела, что надписи оттуда, где мы стоим, прочитать нельзя. Странно, подумал я себе. Все, что мы в этом доме прежде видели, начищено было как корабельная медяшка. Тут и Петров говорит: "Странно, куда ни глянь, все блестит, как яйцо кота, а дощечку сто лет не трогали". Какой отсюда следует вывод? Как заделали решетку много лет назад, так больше и не касались. Я же говорю, он парень был сообразительный. Действительно, именно такой логический вывод отсюда и следует. Очень уж давно заделали намертво. Славяне, оживился Петров, а может она жутко ценная, какого-нибудь великого мастера, потому и заделали в глухую, чтобы нечаянно кто-нибудь палец не отбил. Черт его знает, пожалуй, плечами. Будь это кто-то из великих мастеров, хозяин непременно прихватил бы ее с собой, Видите, вон, те две ниши, пустые ведь, и на полу следочки от постаментов, более светлые, чем окружающий паркет. Стояли там такие же статуи, несомненно, их-то он забрал. Было у него время упаковать тщательно, чтобы не разбить в дороге. «Решетку распиливать замучаешься», — сказал Петров. «Да ну», — ответил я, — «пару хороших слесарей, пару ножовок по металлу, и они тебе эту решетку за час сковырнут, ну или за два». «Может, не нашел ни слесарей, ни ножовок», — сказал Петров подмели всех слесарей в фолькштурм. «Ох, славяне, вы не о том!» — сказал вдруг Сидоров. «Что же я раньше не знал? Подпряг бы саперов, чтобы очно сняли эту решетку к чертовой матери. Ну да еще не поздно привести мастеров». И вижу я, что он крайне серьезен. Спросил. «А на черта?» Сидоров ответил не то, что уверенно, а прям таки непререкаемо. «Если маршал будет жить именно на этом объекте, сразу же прикажет снести решетку. Уж обязательно захочет и статую осмотреть поближе и прочитать надпись». Такими вещами маршал всегда интересуется. Я с ним не первый год. Знаю привычки. Это вам не сами знаете кто, который только и знает, что золотишко с камешками по сейфам сгребать. Но мы прекрасно поняли, о ком он. Не дети малые. А про то, что маршал интересуется искусством, я тоже слышал и не раз. Сидоров говорит это без выражения. Дело вообще-то не хитрое. И работы самое большее на пару часов. Сто процентов маршал прикажет снести решетку. Вас тут уже не будет, а мне лишние хлопоты. Все равно нам дни несколько бездельничать. И смотрит на меня вроде бы бесстрастно, но цепко. Я сразу понял, куда он клонит. И такие уж и тонкие намеки. Щекотливая создалась ситуация. С одной стороны, безраздельно командую тут я. С другой? Майор мне ничего прямо про Сидорова не говорил. Но этот ерзая взглядом предупредил. Командовать-то я командую. Но обязан, если что, учитывать дельные предложения Сидорова. Если таковые будут. Если они будут касаться маршала». «Потому что кое-каких делах Сидорову виднее». Вспомнил я все это и спросил прямо. «Сидоров, ты имеешь в виду, что мне нужно поискать мастеров и выпилить эту решетку нахрен?» «Ты старший группы, ты командуешь», отвечает Сидоров с той же легкой улыбочкой. «Я твой подчиненный, но ведь предложение могу вносить, а?» «Было бы здорово, если к приезду маршала этой решетки тут не было. Сто процентов он захочет посмотреть, что там написано». И так это простецки в глаза мне смотрит. Уж так простецки. Как будто в нашей системе когда-нибудь простаков держали. Как будто я первый год служу. Мысли у меня прыгают лихорадочно. Ну, предположим, плюну я на эту решетку и ничего не стану предпринимать, чтобы ее сковырнуть. Так ведь мало ли, что потом этот Сидоров в рапорте напишет. Писать у нас как раз умеют. Особого вреда мне от его бумаги не будет, но все равно некая зарубочка останется, пятнышко некое. А мое личное дело без зарубочек и без пятнышек конце-то концов, что мне стоит. Все равно делать нечего. Да и мне же самому эту решетку пилить. А маршал точно захочет надпись глянуть. И главное, никакими инструкциями мне не запрещено эту решетку снести, если аккуратненько. С одной стороны, настрого запрещено даже копеечную лампочку разбить. С другой, дельные предложения Сидорова я обязан учитывать. Вряд ли он ради собственного любопытства все это хочет провернуть. «Маршала он и в самом деле знает не первый год. Ну а в случае чего, грамотно отписаться мы тоже умеем, не лаптемщи хлебали». Пронеслось все это у меня в голове в какие-то секунды, и я спросил. «Значит, полагаешь, маршал непременно прикажет снести решетку, чтобы посмотреть табличку?» «Полагаю», – твердо ответил Сидоров. «Ладно, думаю, в случае чего у меня и свидетель этого разговора имеется. Вот он, старший лейтенант Петров, с которым у меня очень даже неплохие отношения». Подтвердит, что это было не мое самоуправство. Отдельное предложение Сидорова. Подтвердит, в кустике не шмыгнет. Должен соображать, что лежа в случае чего будем получать оба. Ладно, сказал я. Коль уж ты твердо уверен... Дальше было совсем просто. Перед тем, как идти инспектировать взвод, я послал порученца на машине в соседний городок, в штаб танкового полка. Уж у них-то в ремонтных мастерских хватает мастеров по металлу проинструктировал его соответственно, подробности не вдаваться, намекать на особую важность нашей группы и нашего задания. В конце концов, полк – это всего лишь полк, а мы представляем армейское управление СМЕРШа. Свои особисты в полку должны быть, поддержат, как пить дать. В конце концов, мы у них не танк с боезапасом просим, а всего-то парочку толковых слесарей с ножовками по металлу. Не бог весть, какое одолжение. Оказалось, рассчитал я все правильно – и порученец был толковый, и у него все прошло без сучка, без задоринки. Минут через сорок, когда я давно закончил инспектировать внешнюю охрану, он прикатился с двумя ребятами в замасленных комбинезонах и с увесистым ящиком с инструментами. Танкистов я сходу заставил снять свои прохоря и переобуться в шлепанцы. Они особо не крутили носами и не фыркали, и видели, что и мы трое в шлепанцах. Они, конечно, первым делом уставились не на решетку, а на нашу красавицу языками подсокали. Один спрашивает товарищ капитан, к нам домой в музей повезете?» Я говорю, «Угадал, сообразительный». И правильно говорит он, «Мало что ли они у нас пограбили?» Тут им все как бы стало ясно. Решили, что мы – обыкновенная трофейная команда, разве что с уклоном в искусство. И занялись решеткой. Ребята оказались сноровистые и окончили меньше, чем за час. На последнем этапе пришлось особенно постараться. Мы эту решетку когда танкист распиливал последние прутья, держали в восемь рук, чтобы, не дай бог, не обрушилось на паркет. Уж тут его так поуродовало бы, что был бы мне не один еж, а целая стая. Сразу стал вопрос, куда ее теперь девать? Подвал, я забыл упомянуть, был заперт и опечатан на три печати. Никто нас не посвящал в такие тонкости, но мы-то сразу смекнули, в чем дело. У такого фон барона просто не могло не быть богатого винного погреба. И вряд ли он его вывез, на его месте вином я бы занимался в последнюю очередь. Вот и обезопасили в первую очередь от нас, что было со стороны начальства весьма предусмотрительно. Уж бутылочку другую мы непременно оприходовали бы. Благо они, как и оставшиеся в доме безделушки, наверняка не сосчитаны по горлышкам. Да к тому же там должны бочки стоять. Я к тому времени видел пару-тройку немецких винных подвалов. Непременно должны быть бочки. А уж содержимое бочек, сами понимаете, не проконтролируешь никак. Оставлять в доме эту штуковину тоже не стоило. Мало ли какие претензии возникнут у начальства, если уж нам и копеечной лампочки разбить нельзя. Недолго думая, поступили незамысловато. В пятером выволокли ее на улицу, а там я позвал солдат и велел отволочь ее за пределы объекта. На зады, к сортиру. Да и бросить там. Тяжеленная была зараза, все руки отмотала. Ну, по завершении работы я налил копченым по полному стакану из нашего НЗ, в армии не всегда стоит на голых приказах выезжать. Иногда нужно и по-человечески. Они уехали довольные, а мы втроем принялись убирать металлические опилки со всем прилежанием и чанием. Подмели все до крупиночки, сыпали в кульки из газет, выкинули их в мусорный бак на кухне. Вот теперь можно было не спеша изучить табличку. Она так покрылась окисью и чернотой, что пришлось буквально становиться на карачке. Ну это не трудно, интересно ведь. Буквы оказались неготические, обыкновенный латинский шрифт, выгравированный сразу видно хорошим мастером. Буквы раскудрявлены завитушками. Две строчки, которые мне на всю жизнь в память врезались. "Лабелле Катарина», «Карло Кадарелли», «Флоренция А.Д. 1604». Я моментально перевел в уме. Уточню, как у меня обстояло с языками. Немецкий я не хвастаюсь, знал весьма неплохо. А потом кое-как освоил разговорный польский. Мы шли через Польшу, пришлось работать и там. Других я не знал. Но опять-таки, благодаря моим жизненным обстоятельствам и воспитанию, короче говоря, знал по десятку другому слов из самых распространенных языков. Мог отличить английский текст от французского. А здесь нечего и гадать, был итальянский. Мой дядя, отлично знавший немецкий и французский, всю жизнь жалел, что у него так и не хватило времени выучить еще и итальянский. Говорил, во-первых, очень красивый язык, мелодичный, певучий, а во-вторых, гораздо легче учиться на нем читать, чем на других западноевропейских как пишется, так и читается. Польский то в этом плане сложнее, но вы сами знаете. Так что никаких особых ребусов. Верхняя строчка наверняка означает Прекрасная Катарина, а внизу имя скульптора и дата. Вот только о таком скульпторе я никогда не слышал: Ну да, ведь я, как очень многие, знал только самых знаменитых вроде Микеланджело. Хотя если подумать, скульптор должен быть знаменит, очень уж мастерски статуя сработана. А впрочем, неизвестно, как там у них в прежние времена обстояло с критериями мастерства. Вполне может оказаться, по тогдашним меркам, этот Карло как раз и числился не в генералах, а среди младшего командного состава. Италия как никак, крайне богатая на людей искусство. Я свою версию перевода высказал вслух. Сидоров со мной согласился, а Петров, не пытаясь из себя разыгрывать понимающего, сказал, что нам с горы виднее. Спросил только, а вот АД – это что? Я не успел ответить, Сидоров опередил. Это уже по-латыни Анно Домини, то есть Год Господень, по-нашему от Рождества Христова. Ох, непрост он был, непрост. Петров аж присвистнул. Ишь ты, цифры-то и яха перевел, только не торопился лезть поперек вас, ученых. Выходит красотки 342 годочка? Выходит, сказал я. Умею люди делать, покрутил он головой. Действительно, теперь стоя к ней вплотную, видишь, до чего все-таки искусная работа. Я погладил пальцами ее руку, безупречно отшлифованно. Я не специалист по камню, но это, вероятнее всего, был мрамор. Статую ведь высекали в основном из мрамора. Никогда не слышал о таком. Карло Кадарилли. Пожал плечами Сидоров с таким видом, что я, глядя на него, поверил. Итальянских скульпторов он наверняка знает в 10 раз больше моего. «Я тоже», — сказал я. «Да и я тоже», — захохотал Петров. «У нас в школе про него не преподавали. И вообще, я из всех скульпторов помню только товарища Шадра, который был лыжник оружия пролетариата. А знаете что? Я бы ее с удовольствием у себя дома поставил. Хоть в нашей с матерью комнатухе она бы смотрелась странновато, категорически не сочеталась бы». «Да я бы тоже», — откровенно говоря, сказал я вполне серьезно. И Сидоров без улыбки согласно кивнул. «Только не по нашим погонам трофей, товарищи офицеры. И вообще, Копченый был абсолютно прав. Надо бы ее вывести к нам в музей, в Третьяковку или в Эрмитаж». И еще раз погладил ее по руке повыше локтя. Просто приятно было чувствовать под пальцами розовый отшлифованный мрамор. Петров, шпана из Маринной рощи, и тут не удержался от выпендрежа. «Эх, командир, что-то не умеешь ты толком красивых девок гладить. Будь она живая, я бы ее так приголубил!» Я принялся ей грудки наглаживать. Смеется и приговаривает. «Катарина, говорите?» «Катенька!» «Эх, Катюша, была бы ты живая, цены бы тебе не было!» В армии, сами понимаете, юмор казарменный. Да и за войну все мы малость охамели. Привыкли к грубым подначкам. Я сказал ему, «Тебе, Петров, и карты в руки. Первое ночное дежурство сегодня твое». Устройся возле нее и оглаживай хоть до рассвета. Конечно, с перерывами на обходы здания, которые нам предписаны. Он даже обиделся, живенько убрал руки. Да ладно тебе, командир, уже пошутить нельзя. На кой мне ляд каменных оглаживать? У меня и с живыми неплохо обстоит. Не врал, кстати, тот еще был бабник, и осечки у него случались редко за что он в свое время чуть не огреб крупные неприятности. Еще в Польше, когда закрутил с одной связисточкой бурный роман с постелькой в финале. Красивая была девушка. На нее положил глаз наш же полковник из управления. Но Петров его опередил. А полковник, хотя был он человек в общем не вредный, видимо, закусил крепко. И он в открытую грозил устроить Петрова по с танцами, вроде перевода особистом куда-нибудь в батальон поближе к передовой. И возможности, кстати, у него имелись. Но тут фронт пришел в движение, все сорвались с мест, мы покатили своей дорогой, а связистки своей. Так что для Петрова все обошлось. Ну, в конце концов, мы оставили прекрасную Катарину в покое, сколько можно возле нее торчать, если рассудить, и отправились бродить по дому, осматривая все достойное внимание. Все равно делать нам было совершенно нечего, а болтаться по палацку нам майор не запретил. Много там было интересного и диковинного, но это к данной истории отношения не имеет. У меня в комнате, как у старшего группы, с особой миссией, был установлен полевой телефон, и ровно в 11.00 как предписывалось инструкцией, я доложил майору обстановку. Докладывать, собственно, оказалось и нечего. На объекте полный порядок, происшествий нет. Но чуть поразмыслив, я все же рассказал про то, как мы убрали решетку, согласно предложению Сидорова, каково и мне полагалось учитывать. Нельзя было не рассказать. Уж лучше я сам и незамедлительно. Нюансы нашей незаметной миру службы. Я же прекрасно понимал, два взвода с офицерами, плюс порученцы с шофером, плюс наши ординарцы, немалая куча народу. И учитывая ситуацию, среди этой кучи сыщется не один и не два человечка, которым поручено освещать все происходящее на объекте. Это уж как пить дать. Заведено так. Лучше уж я сам доложу. И не откладывая, прежде чем осветители эти свои бумажки напишут. Чтобы не прицепились лишний раз. Майор немного помолчал, спросил брюзгливо свидетель вашего разговора есть?» «Конечно, товарищ майор», — сказал я. «Старший лейтенант Петров во все время разговора находился тут же и прекрасно все слышал». Он снова помолчал, потом сказал. «Ладно, одобряю твои действия с учетом ситуации. Посматривайте там». И повесил трубку. Но это же известная обычная приговорка у начальства. Поглядывайте там, посматривайте там, ушки на макушке, бдительность не теряйте. Если начальство так разговор с подчиненным заканчивать не будет, оно словно бы и чуточку неполноценное начальство. Да и сам я в схожих обстоятельствах разговор с подчиненными заканчивал той же присказкой. Ну, положено так, хотя в уставах и не значится. Как мне и предписывалось, я перед отходом ко сну обошел объект все три этажа. Везде, естественно, тишина и порядок. Но чего же еще ждать? С выключателем мы уже хорошо ознакомились. И я, проходя этаж за этажом, гасил повсюду люстры и лампы. Так, чтобы осталось лишь слабенькое освещение на ночь достаточное, чтобы дежурный мог ориентироваться. Настроение было прекрасное, хорошее настроение, даже озорное. Все шло как по маслу. Так что на втором этаже я остановился перед Катариной и сказал мне громко. «Гутен морган, красота. Извини, не знаю, как это будет по-итальянски». «Что вы хотите? Война войной, служба службой, а мне едва 25 стукнуло». И по щеке ее похлопал. Катарина, естественно, промолчала, как статуя и я сходил на улицу, проверил там все, что следовало, недочетов не нашел и вернулся в дом. Без особой уставной строгости, но и без фамильярности, конечно, приказал Петрову заступить на ночное дежурство. В конце все же не удержался, сказал. «Ты смотри, у меня Катьку не обижай!» Петров ухмыльнулся. «Обидишь ее, как же, когда она каменной ладошкой самое интересное прикрыла!» «Ладно!» сказал я. «Шутки шутками, а дежурство дежурством. Дрыхнуть где-нибудь в уголке не вздумай. Мне, между прочим, начальством предписано совершать ночные обходы постов. Я не стал уточнять, что предписано-то предписано, но с формулировкой «при необходимости». Что означало, если все вокруг спокойно, мне вовсе не обязательно болтаться по ночам, как привидению. Можно дрыхнуть без задних ног. «Обижаешь, командир», — сказал Петров. «Не сопливый новобранец, чтобы в уголке дрыхнуть. Благо я не часовой, а ночной дежурный. Так что курить мне можно и, пожалуй, что книжки в библиотеке полистать». Я фыркнул. Ты что, в одночасье немецкий усвоил настолько, чтобы не только в пленных допрашивать, но и ученые книги читать? Судя по виду, книги там именно что ученые. Да я картинки посмотрю, безмятежно сказал Петров. Я раскрывал парочку, там картинки есть интересные, старинные. Ладно, сказал я, поглядывай тут. Хохотнул в душе над собственными же последними словами и пошел в свою комнату, заранее потягиваясь. Была мысль, а не дерябнут ли немного перед сном? Я не о своем НЗ, Дело в том, что, осматривая комнату, зачем-то заглянул под кровать и обнаружил там две бутылки вина, закупоренные честь честью, со старыми на вид этикетками. В комнате, судя по оставшейся в шкафу одежде, обитал слуга мужского пола. Вот и прихватил стервец, надо полагать, в суматохе пару бутылочек из фон баронских погребов. А потом как-то не сложилось забрать. Думаете, у немцев нет вороватых? Ха! К тому же, насколько я знаю из книг, во всех странах лакеи украдкой барское венцо хлебали. Это уж буквально традиция такая. Подумал я и не стал. Не хотелось что-то. Совсем скоро оказалось, что я поступил очень правильно, сам того не ведая. Заснул я быстро, как всегда, и снилось мне что-то вполне мирное. Дверь в комнату оставил приоткрытой, опять-таки, во исполнении инструкций. Черт возьми, для меня и группы такую подробную и обширную инструкцию сочинили, словно нас отправляли Гитлера ловить. Тогда, да и гораздо позже не было еще известно, что с ним случилось. Официальных сообщений так и не последовало. Только ходили самые разные слухи. То ли с собой покончил, то ли убит, то ли заранее сбежал. Не знаю, что меня разбудило. Учитывая последующие события, скорее всего, истошный вопль. Что вскоре подтвердилось. Глаза я открыл моментально. На войне мы все привыкли просыпаться мгновенно. И два выстрела один за другим. Я услышал уже практически бодрство. Моментально их определил, как пистолетные. ТТ бабахает характерно и очень громко, особенно в закрытом помещении. Рассуждать тут было совершенно некогда, следовало действовать безотлагательно. А потому я подхватился, вырвал из скобуры пистолет и выскочил за дверь. Из соседней комнаты Сидоров вылетел босой, как и я в одном из подним, но с автоматом на изготовку. Встали бок о бок, прислушались. Снаружи возле дома, судя по звукам, происходил изрядный переполох. Ну не переполох, конечно, там как-никак были не штатские, а обстрелянные бойцы войск от КВД но все равно суета с шумом стояла изрядная. Прислушался я и отметил, что как-то очень уж хорошо мне слышна вся эта катавасия, как будто... Я ничего не сказал, только мотнул головой, и мы оба в припрыжку кинулись на второй этаж. Нужно уточнить насчет планировки. Дом имел форму вытянутого прямоугольника. С третьего на второй вели две лестницы по меньшим сторонам прямоугольника. Со второго на первый одна широкая, посередине типа парадной. На третьем и на втором, в торцах коридора располагались высокие застекленные окна, достаточно широкие с полукруглым верхом и довольно маленькими квадратиками стекол в деревянных рамах. На первом этаже окна были расположены иначе, но это в общем никакого отношения ко всему случившемуся не имеет. Так вот, едва мы спустились на второй этаж, сразу увидели, что окно справа возле нашей лестницы самым варварским образом изнахрачено. В раме зияет натуральный пролом. Видно, как белеет дерево на изломах перекладин. И под окном не кусочка стекла. Словно пролом был сделан изнутри и направлен наружу. Я во весь голос позвал Петрова. Он не откликнулся и не обнаружил себя. Тогда я осторожненько высунул голову в пролом. Там внизу было темновато. До рассвета оставалось еще далеко. Но горело с дюжину карманных фонариков. И все лучи сходились на одном человеке. Он сидел, опершись спиной о стену с пистолетом в руке. Другой держался за правую ногу и даже не стонал, словно подвывал жалобно. Лицо было в крови, но Петрова я узнал. И такое было напряжение, что я кинулся наружу, как был босиком, не озаботившись ни сапоги надеть, ни шлепанцы хотя бы. Сидоров топал за мной. Я добежал, растолкал солдат, рявкнул, чтобы мне объяснили, что тут происходит. Подскочил один из командиров взводов, стал докладывать. Ближайшие к месту часовые услышали сначала истошный вопль в доме. Ага, он-то меня и разбудил. Потом раздались два пистолетных выстрела. Треск, звон бьющегося стекла, и со второго этажа Петров обрушился. Выломал здоровенный кусок рамы, явно грянувшись в нее всем телом, со всего размаху. А перекладины были солидные, не речь какие-нибудь старой работы. Прибежался на инструктор с сумкой. Он тоже нам был придан. Присел на корточки, что-то там потрогал, отчего Петров взвыл благим матом. Повернулся ко мне. Перелом, товарищ капитан, нужно занести в дом. Петров, когда это услышал, словно бы осатанил. Такое впечатление, что и про боль забыл. Отпихнул медика так, что тот, не ожидая, полетел кубарем, мотает головой и орет, разбрызгивая с лица кровищу. «Только не в дом! Не в дом! Не пойду! Перестреляю всех!» Вытягивает руку с пистолетом и начинает им вводить вправо-влево цели в окружающих. И беспрестанно орет. «Не пойду в дом! Здесь бинтуйте!» Но тут ему не сопляки мобилизованные собрались. Сержант подобрался к нему слева, благо он мало что видел из-за направленных на него фонарей, и в миг выбил пистолет ногой. Все мы этот прием давно освоили. Нужно точнехонько угодить по определенной косточке в запястье. Пальцы тогда сами собой разжимаются, и пистолет вылетает. К Петрову кинулись, схватили за руки. Он вырывается, кричит, что в дом нельзя. Катавасия. Я опомнился, громко отдал распоряжение, чтобы сан-инструктор сначала быстренько забинтовал голову и руки – по рукам у него тоже кровь текла. А те двое особенно не налегали, просто не давали двинуться, и все. Присел на корточки. Лицо у Петрова было совершенно сумасшедшее, да еще в кровавых ручейках и брызгах та еще картинка. Ну, увидывали и не такое. Я так рявкнул: Молчать! Что он и правда заткнулся. Кое-какое соображение определенно сохранял. Петров! сказал я громко и убедительно. Возьми себя в руки, мать твою! Не пойдешь ты в дом, не пойдешь! В палатку тебе отнесут, когда я тебя обманывал!» Он притих. Санинструктор его проворно бинтует, а Петров таращится на меня, губы прыгают, и чувствую я, что от него свежим спиртным попахивает. «Ах ты ж, думаю, сукин кот!» «Что случилось?» – спросил я. Молчит и головой мотает, как лошадь. Вот тут я уже прикрикнул твердым командирским голосом. «Старший лейтенант, доложите, что случилось!» Молчит, глаза таращит. Мне стало ясно, что он в шоке, и ничегошеньки от него сейчас не добьешься. Да и холодок ночной начал меня басово и в исподнем чувствительно пробирать. А потому я распорядился отнести его в палатку и заняться ногой, а сам с Сидоровым вернулся в дом. Сказал ему, ты осмотрись там на втором, а я доложу. У меня в комнате был установлен полевой телефон, а о таком происшествии следовало доложить немедленно. Майор откликнулся уже через пару минут. Я ему кратенько, сухо, подробно доложил о ЧП. Он меня первым делом обматерил три загиба и сказал, что срочно выезжает, и бросил трубку. Я быстренько оделся и спустился на второй этаж. Там Сидоров уже зажег повсюду полный свет. Я спросил, что и как. Он в двух словах объяснил и показал. Вроде бы не было никакой головоломки. Петров произвел два выстрела, находясь примерно на половине расстояния между нишей, где стояла Катарина, и окном, а вот они гильзы к стене откатились. Я их трогать не стал, сходил посмотреть, куда угодили пули. Одна пробила стеклянный квадратик, там была характерная дырка с паутиной трещин. Другая застряла в раме. Произвел два выстрела, потом кинулся на раму, проломил ее и сыпался вниз. С одной стороны все понятно, с другой непонятно ничего. С какой стати ему было орать, палить и сигать в окно? Свидетелей нет, кроме прекрасной Катарины. Но от нее ж словечко не добьешься от розового мраморной. «Ладно, Сидоров», — сказал я, — «иди оденься, а то сейчас майор прикатит». А сам поднялся в комнату к Петрову, чтобы провести кое-какое расследование. Отняло это совсем немного времени, все улики на лицо, долго искать и не пришлось. Под кроватью у него три закупоренные бутылки вина, а четвертая откупоренная и наполовину выпитая стоит в уголке у двери. Ну да, тот халуй, что здесь обитал, тоже хозяйским венцом запасся, да так и оставил. Одно меня смущало во всей этой картине – в бутылке, судя по этикетке, мозельское, то есть обыкновенное вино не особенно и крепкого градуса. Понюхал, точно вино, а не какая-нибудь химия. Оставалось только чесать в затылке. Петров пил, в общем, как все, и градус держал хорошо. Никак не мог с полбутылки столового венца повредиться разумом, настолько, чтобы выкинуть все, что выкинул. Майор приехал быстро. В дом вошел в полном одиночестве. И вот смех. Не забыл моментально скинуть в прихожей сапоги и переобуться в шлепанцы. Впрочем, мне было не было ни до смеха. Я отрапортовал, как положено, смиренно выслушал матерки, рассказал обо всем, что мною обнаружено, и о бутылке тоже. Майор на меня уставился, как солдат на вож. «Дыхни!» Я дыхнул. И вот когда мысленно порадовался, что перед сном не хлебнул ни глоточка. Иначе был бы не еж, а целый дикобраз, да против шерсти. «Палатки я был», — сказал майор. «Спиртным от него точно несет. Не то чтобы как из бочки, но несет». «Показывай». Осмотрел он второй этаж, потом зашел в комнату Петрова, понюхал бутылку, как я, Давича. Подумал что-то, уставился на меня совершенно ледяными глазами. Соображения есть? Никаких, товарищ майор, честно признался я, и твердо добавил: Товарищ майор, когда он заступал на дежурство, был совершенно трезвым. Если выпил, то только полбутылки вот этого. Может быть, в вине какой-то яд, дурман? Отдам на анализ, буркнул майор, прибирая бутылку в карман начал высказывать все, что он о нас думает, смачно и затейливо. Мне, сами понимаете, оставалось стоять по стойке смирно и слушать. Персонально на Сидорова, стоявшего тут же, он не налегал, но пару раз покосился в его сторону, не обращаясь прямо. Впрочем, я бы сказал довольно дипломатично. Похоже, мои умозаключения подтверждались, и погоны у Сидорова другие, не те, что я сейчас на нем вижу. Когда он малость выдохся и замолчал, я спросил осторожно. «Товарищ майор, Какие будут указания?» «Указания?» – проворчал он, чуть поразмыслив. «Продолжайте выполнять задание. Человека вместо этого я вам добавить не могу. Все кандидатуры утверждались в управлении фронта, и чтобы ввести нового, нужно начинать канитель сверху донизу. Я, конечно, доложу наверх, но не думаю, чтобы ты подкрепление получил так уж скоро. Справляйтесь вдвоем. Повреждения исправим. И смотри у меня, если что. Потом поговорим. Обстоятельно и хмуро. Вопросы есть?» «Что тут ответишь?» «Никак нет», — сказал я. Он погрозил мне пальцем, развернулся и вышел. Остались мы вдвоем с Сидоровым. Сидоров тоже веселым не выглядел. Майорский разнос его не коснулся, но есть такое подозрение, получит выволочку от своего начальства. Исключительно за то, что присутствовал там, где все произошло. Таковы уж непреложные законы нашей службы. Вообще армейского жития бытия. Сплошь и рядом в случае ЧП спускают три шкуры и подшивают личное дело со всех, кто был причастен к заданию. Сидоров что-то не выказывал желания обсуждать происшедшее. Да и у меня не было ни малейшего желания. Поэтому я поручил ему продолжать ночное дежурство вместо выбывшего по неизвестной причине Петрова, а сам вернулся к себе, не раздеваясь, завалился на постель. Не хотел ни о чем думать и гадать. Решил вздремнуть, как уж получится после всего. Потому что день, чует мое сердце, будет суетливым. Да, а Петрова майор сразу с собой увез. Вот не позавидуешь парню, чуток оклемается, и пойдут расспросы обстоятельные и хмурые. Но ну, остаток ночи у Сидорова прошел без происшествий, а утречком нагрянул майор. По-моему, он так и не ложился. Привез с собой полный доджик три четверти мастеров. Трое немцев. Ухитрился же раскопать где-то в сжатые сроки. И трое наших в форме. Инструментов куча. И началась у них прямо-таки стахановская работа. Врезают стеклышки, восстанавливают рамы. Сразу видно мастера. Дырку в другой раме заделали и замазали чем-то так, будто ее и не было. Майор сначала за ними присматривал, потом, видимо, убедился, что смысла нет. Отозвал меня в уголок и спрашивает. «Не знаешь, Петров перед этим крепко пил?» «Я бы не сказал, — говорю. Если по правде, то, как все, не увлекайся особенно». Майор задумчиво хмурится. Побеседовали. Признался, что эти дни в тихушку выпивал Красненького. Ну а потом та бутылка его, видимо, и сняла с катушек окончательно. Медики говорят, такое бывает. «А что же он?» – осторожно заикнулся я. Майор морщится. Говорит, что ночью из стены вышла белая фигура и пошла прямо на него. Вот он и начал воевать вояка хренов. Что-то мне все это показалось предельно странным. Но какой нормальный человек в такой ситуации будет сам на себя наговаривать? Выпил крепенько, белые фигуры из стены. Тут бы следовало что-нибудь побезопаснее для себя придумать. А он? «Может, товарищ майор, в бутылке все же был какой дурман?» – спросил я. «Да не было там никакого дурмана», – сказал майор сердито. «Вино как вино, Вины это с тебя, конечно, не снимает. Ты свой втык все равно получишь, понимать должен. Невозможно в таком деле вовсе без втыка. Мне вот тоже предстоит. Только этот сукин кот, хоть и огребет клизму, от настоящих орг-выводов избавится. Время такое, суетливое. Я его прекрасно понял. Огромная машина зашевелилась. В самом скором времени начнут расформировать штабы фронтов и армий. И у начальства будет куча других забот. Так что у Петрова есть шанс проскочить между жерновов. Хотя, конечно, с припачканным личным делом. Ну, можно считать, повезло дураку. Чуть пораньше огреб а бы по полной. Товарищ майор, сказал я вдруг, первое, что в голову пришло. А если тут в доме кто-то прячется? А по ночам привидение изображают. Дом старинный, тут по ходов очень может быть немерено. Нас столько инструктировали про Вервольфов. Инструктировали, точно. Между нами говоря, еще до того, как наши войска вступили в Германию, на самом высоком уровне разрабатывались меры борьбы с немецкими партизанами. Всерьез полагали, что нас тут встретит мощное партизанское движение. Только оказалось все это сплошным пшиком, за исключением отдельных инцидентов с упертыми фанатиками. А в общем и целом не получалось из немца партизана. Я думал, майор меня обругает или высмеет. Нет, он отнесся в общем серьезно. «А черт его знает», — сказал он задумчиво. «Исключать нельзя. Где-то у меня по сводкам подобный случай проходил еще в Польше. Ладно, надо будет прислать саперов, чтобы они на этот предмет постарались. Чем черт не шутит? И закончил своим коронным. Вы, главное, поглядывайте. Вас теперь только двое осталось. А видишь какую-нибудь белую фигуру? Бей на поражение. Ты ведь в привидения не веришь? Никак нет, сказал я чистую правду. И правильно, не бывает их. В общем, закончили они работу, надо сказать, по высшему классу. Не знаешь, так и не заметишь, сколько тут было наломано и майор с ними уехал. Напоследок, конечно, еще раз наказал бдить. Потом к Сидорову какой-то майор приезжал, судя по ухваткам, бывалый. О чем-то с ним говорил. Потом позвал меня, проспросил малость, но без особого напора. Так, порядка ради. Невредный. Но этот напоследок напомнил обоим о большой ответственности и велел бдить. Ну, днем нам бдить было особенно нечего. Так, ради скоротания времени, простучали стены на втором этаже. Вдруг да обнаружится пустота. То есть потайной ход» ничего такого не нашли, то ли ничего подобного не было, то ли специалисты из нас в этом деле ахвые. Многим мне пришлось заниматься, но тайников в стенах ни разу не искал. Вечером я самолично заступил на дежурство. Неуютно как-то я себя чувствовал. Один одинешенек во всем доме, не считая Сидорова, который наверняка дрыхнет. Тишина совершеннейшая. Только если встать у окна и прислушаться, слышно, как снаружи патрули ходят. Полумрак, тени по углам, Поднялся я на третий этаж в библиотеку. Библиотека там была роскошная. Видно, что кое-где на полках пустые места. Вывезли, надо полагать, особенные книги, но в большинстве они стояли нетронутые. Я полистал парочку. Действительно, картинки старинные, интересные. Покурил, спустился на второй этаж. И тут меня всем потов цыганских прошибло. Я был где-то на середине лестницы, и ко мне шла она, Катарина. Целеустремленно так шагала в мою сторону – медленнее, чем идет обычный человек, словно бы под водой. И руки она уже не держала по-прежнему, одну у плеча, другую на деликантном местечке, спокойно были опущены. И смотрела прямо на меня. И вы знаете, улыбалась. До сих пор не пойму, зло или весело. Со статуей разве поймешь, но клыков я у нее никаких не заметил. И вот что мне как-то сразу бросилось в голову. Она же тяжеленная, такая глыба мрамора, должна ступать тяжело, производить нешуточный топот а от нее шуму было не больше, чем от обычного человека. У меня спина вспотела так, что в галифе натекло. Почудиться мне никак не могло. Вот она неспешно передвигается прямо под лампой, оказалась, уставилась синими зенками, улыбается. Каюсь, поначалу я схватился за кобуру. Но тут же подумал, что пистолетной пулей мрамор не проймешь, и пытаться нечего. Стою, таращусь на нее. Волосы на голове такое впечатление дыбом встали. И ниша пуста. Это я через ее плечо рассмотрел. Вот значит так. Вот значит, что Петров видел. Мыслей у меня в голове не было никаких. Одно оцепенение и ошарашенность. А она подошла, остановилась у подножия лестницы. Смотрит на меня снизу вверх. Синие глаза словно бы чуть светятся тусклым таким гнилушичьим светом. Подняла руку. И с улыбкой меня манит. Совершенно недвусмысленным жестом. Мол, иди сюда. Ну, тут уж черта с два. Мелькнула мысль. А если удавит, что и стоит мраморными-то ручками? И концов потом не найдут, а на завтра и Сидорова. Вспомнив про Сидорова, я словно бы чуточку опомнился. Прежнее оцепенение исчезло. Катарина медленно стала подниматься по лестнице, совершенно по-человечески придерживаясь рукой за перила. А я? А я развернулся и зайчиком порскнул на третий этаж. Мелькнуло в голове. «В беге я тебя, тварь, запросто обставлю». «Эту Петрова она, похоже, зажала в таком месте, что ему отступать некуда было кроме как окно высаживать. А у меня целый этаж за спиной, и лестница еще одна на той стороне. Кинулся я к комнате Сидорова, распахнул дверь и крикнул ему «Вставай!». Он, надо отдать ему должное, подхватился моментально и спал одетым после известных событий, видимо. Я крикнул «Давай в коридор!». Он молодца, не задал ни единого вопроса, только подхватил автомат и выскочил за мной. Аккурат в тот самый момент, чтобы увидеть Катарину уже на середине лестницы. «Видишь?» – спрашиваю. А у самого зуб на зуб не попадает. Вижу, отвечает он также ошарашенно. И навел было на нее автомат, но тут же опустил. Понял, как и я только что, что пуля мрамор не возьмет. А это именно что мрамор. Никак нельзя сказать, что она человеком обернулась. Абсолютно прежняя. Разве что идет по ступенькам неторопливо. Улыбается нечеловеческой своей улыбочкой и глаз нас не сводит. Остановилась на верхней ступеньке, обе руки к нам протянула, манит ладонями. И что у нее на уме, один бог знает. Не за бутылочкой же пришла посидеть и о старинной жизни поговорить. Крутится у меня в голове какой-то рассказ, как там человека именно что статуя задавила. Тут Сидоров, к моему превеликому удивлению, начинает ее размашисто крестить и шептать что-то. Только не похоже, чтобы на нее это подействовало. Вот уже и ногу на площадку поставила, руки распростерла, будто обнять хочет. Обнимает, ага. Только косточки хрустнут, и тут я уже без всякого офицерского достоинства командую. «Бежим!» В голове одно. На улицу бы вырваться. Там еще неизвестно, как обернется. Припустил, что есть мочи в противоположный конец коридора ко второй лестнице. Сидоров несется за мной. Только ногами босыми шлепает. Да и у меня давно шлепанцы с ног слетели. И задерживаться, чтобы их напялить, я не стал. Мы ее заразу опередили. Как-никак двигалась он гораздо медленнее. Когда она едва спустилась до середины лестницы, мы уже были на первом этаже кинулись к своим сапогам, буквально запрыгнули в них, словно по сигналу боевой тревоги, оглянулись. Катарина, как ни в чем не бывало, спускается по парадной лестнице на первый этаж. Подбоченилась. Правой рукой все так же манит с застывшей улыбочкой. То ли показалось, то ли глаза у нее еще ярче сияют, как две синие лампочки. Эге, я думаю, она и тут нас достанет, за здорово живешь. Остается на улицу. Там столько народу, что свидетелей у нас будет куча, да и гранаты имеются у каждого. Ну, предположим, граната против мрамора не особенно и подействует, но будет у нас масса свидетелей, что мы не с ума сошли, что не почудилось нам. Сидоров, говорю я, ты на улице не паникуй, ничего такого. Если что, пусть сами увидят. Не учи ученого, отозвался он. И мы вышли на крыльцо. Тщательно захлопнули за собой парадную дверь, высокую, массивную, сошли с крыльца на дорожку, а сами смотрим, не повернется ли ручка. Нет, не шевелится. Ближайший часовой, конечно, тут же подошел, я ему не давая опомниться, проверка постов. Он ничуть не удивился, был о такой возможности проинструктирован. Я сказал еще, видишь посторонних, огонь-воздух. Думаю, если что, оба взвода сбегутся, свидетелей будет. И переглянувшись с Сидоровым, двинулись мы вокруг особняка проверять посты. А сами шагаем, как на иголках, не раздается ли за спиной автоматная очередь. Уж если она появится на крыльце, часовой не удержится, или уж заорет в крайнем случае. Ничего. Тишина. Обошли мы все посты и, как следовало ожидать, нашли их в полном порядке. Перекинулись пары слов с дежурным ком взвода, они тоже поочередно ночью дежурили. По-моему, никто так и не заметил, что мы оба в нешуточном волнении. А если и подметили, что вопросов задавать не стали. Мало ли, по какой причине отцы командиры малость взвинчены. Все сделали, что надлежало, дальше тут оттираться вроде как и ни к чему. Но не домой же возвращаться, когда там это расхаживает». Сели мы в беседочку неподалеку от главного входа, закурили, а пальчики-то трясутся, как любому, на нашем месте. Понимаешь, что-нибудь, Сидоров? спросил я. Ты ведь по некоторым моим наблюдениям много умных вещей знаешь. Откуда я знаю? пожал он плечами. Приходилось мне как-то читать, что иные статуи в Италии и в Германии по ночам расхаживали вроде нашей, могли придушить. Только это же не научная литература была. Так, легенды, сказки. Выходят не сказки, сказал я. Вот от чего Петров теперь ясно пьянкой и прикрылся. Лучше уж сознаться, что допился до чертиков, чем рассказывать, как статуя ночью ходит. Тут тебе и врачи, и укольчики и прочие 33 удовольствия. За пьянку еще грандиозным втыком отделается. А вот если на него как на психа бумаги писать начнут, тут уж из армии вылетишь как дважды два, да еще до того лечить будут со всем усердием. Ну а нам-то что делать? Идти завтра докладывать? Нас как-никак двое, да если на Петрова нажать. «Ага», — сказал Сидоров, не без насмешки. «И уговорим мы наше с тобой начальство, чтобы оно на следующую ночь вместе с нами в засаду засело». «Плохо верится. Ты когда-нибудь о коллективных галлюцинациях слышал?» «Ну, не совсем уж темный», — сказал я с тоской. «Край муха. Вот то-то. И отправят нас прямой дорогой к докторам. А те уж потешатся на всю катушку». «Ох, не зря там капитальная решеточка стояла. Знал хозяин, не мог не знать. Может, спускался ночью посмотреть, как она по своей камере ходит» фон барон клятый. Решетку эту, я думаю, и ей не по силам сковырнуть. Ничего, потерпим. По тем же сказкам всякая нечисть с рассветом угомонится непременно. Когда с Петровым случилось, она сразу на место, надо полагать, вернулась. Не любит многолюдство, я так думаю. Да, похоже, сказал я. Ничего, до рассвета недолго. Отсидимся, никто вопросов задавать не будет. И тут меня как током стукнуло. Что-то мы не о том. А как же маршал? Что? Спросил Сидоров крайне серьезно. А вот то, сказал я, поселится здесь маршал, мало ли куда она ночью забредет, мало ли что у нее на уме. И действительно, сказал он сквозь зубы, рисковать никак нельзя. И докладываться нельзя, за сумасшедших примут. Но днем-то она как статуя и положено стоит камень камнем и вряд ли станет сопротивление оказывать. Тут его как бы осенило. Вызвать днем солдат, вытащить ее к чертовой матери и сбросить в реку. Недалеко протекает, только булькнет. Ну, Сидоров, помочился я. А еще в охране маршала, который год. Представляешь, сколько народу на нас просигнализирует. И что? Два офицера, которым положено беречь в доме каждую дощечку, вдруг утащили ценную статую и в речке утопили. Приказ наш, конечно, выполнят, беспрекословно, но ведь доложат потом. Тут-то мы огребем по самое не могу. Да, что-то я не подумал, говорит он смущенно. Действительно, не зергут. Может, решетку на место приварить. А маршал, как ты сам уверял, ее снять прикажет, чтобы получше рассмотреть. Ну так что же ты предлагаешь? а взрывчаткой», — сказал я решительно. «Взрывчатка она и мрамор возьмет. Уж тут-то на нас никто и не подумает. Мало ли немцы сюрпризов оставили. Саперы могли и оплошать». Вот как сняли мы решетку, так и привели в действие некий часовой механизм. Взрывчатку, кстати, в мешке принести можно, подо что-нибудь такое замаскировав. Консервы получили на наших солдатиков доп. паек. Ошалил. «А ты другое что-нибудь предложи», — сказал я не то, чтобы торжествующе уныло. «Как не ломаю голову, а другого выхода не вижу». Он долго думал, повесив голову, курил одну за другой. Потом, не глядя на меня, говорит. Авантюра, конечно. Но что-то я и в самом деле другого выхода не вижу. Мина ловушка рванула. Мало ли случаев. Ты взрывчатку достать можешь? Честно тебе сказать не могу, признался я. Придется тебе соображалку напрячь. Ты как-никак фронтового подчинения. А то и посмотрел на него со значением. Тебе легче что-нибудь убедительное выдумать. И друзья, приятели у тебя по штабам сидят повыше моих. И потом, Сидоров, Топить я тебя, конечно, не буду. Мы с тобой одной веревочкой повязаны. Но между нами мужиками. Это ж ты ее выпустил, на тебе и вины чуток побольше. Надо бы тебе постараться. Твой маршал как-никак. Наш маршал, ответил он без выражения. Тем более, сказал я, наш маршал. И, между прочим, не мясник какой-нибудь. Так что ты уж напряги мозги. В одной упряжке катим. Он, конечно, выругался. Но по нему было видно, правоту мою признает. Хороший все же мужик был. Да и то одной веревочкой намертво повязаны. Поговорили мы до рассвета, что и как, рассчитали, чтобы не было ни малейших противоречий в показаниях, понимали, что трясти на собой их будут как спелую грушу, а на рассвете с превеликой оглядочкой вернулись в дом нашли нашу прекрасную Катарину на прежнем месте, в прежней позе. Стоит чертовка так, словно отруду не шевелилась, и уж тем более не ходила. Вплотную к ней все же подходить постереглись кто ее там знает, с какого часа у нее безопасная отключка начинается. А потом Сидоров уехал. Не было его часа три. Переволновался я за это время здорово. Хорошо еще можно было докладываться майору, что никаких ЧП за ночь не произошло. А ведь и в самом деле не произошло. Никого не задавили, никто дурноматом не орал, не стрелял, из окон не прыгал. Вернулся он сразу с тремя мешками. Затаскивал их в дом сам, как заявил нашим офицерам во исполнении инструкций. Тут же им объявил, что из штаба фронта, учитывая особую важность нашего задания, прислали доп. паёк, консервированные сосиски и сухую колбасу. Два мешка у него и точно были с сосисками и колбасой, а вот в третьем ящик Тола и две противотанковые мины. Ну и вся необходимая мелочь вроде взрывателей и запальных шнуров. Сам он, как выяснилось, в минно-подрывном деле не понимал ничегошеньки. Ну а я в свое время прошел кое-какой инструктаж. Особым саперным мастерством похвастаться не мог, но кое-каким азам, типа поставить, разминировать, меня обучили. И пригодилось пару раз. А теперь особенно. «Лишь бы, говорю, Сидоров, по твоим следам не прошли», — сказал я, когда приперли мы мешок на второй этаж. «Не пройдут», — улыбнулся он. «Хоть и блинновато. Все хорошо. Замотивированные концы в воду. В стороне искать будут, но не там». «Твоими бы устами», — проворчал я. «Ну, давай работать». А что тут не работать, когда мы в особняке в совершеннейшем одиночестве? Да и ординарцев из прихожей под благовидным предлогом убрали. Дескать, нужно еще раз как бы потаенно изучить систему охраны, пошляться там и сям. Начали работать. Я и сам крепил толовые шашки и ему показывал, как крепить. Шнурами и взрывателями занимался уже исключительно сам. Какой последовательность соединить, как сделать, чтобы мины сдетонировали. Я откровенно скажу, жалко мне было девку, очень уж красивая, на совесть сделанная. Так оказалось, что поглядывает на нас прекрасная Катарина с немым укором. Но кто ж виноват, что взяла привычку по ночам шляться, как приличным статуям не положено. Бигфордов шнур я отмерил достаточно длинный, на 20 минут, чтобы хватило с запасом. Вытащили мы мешки с доп. пайком на улицу и велели старшине раздать личному составу. Сами торчали тут же, дымили, как паровозы, и на душе у нас творилось такое, что по сейчас словами не определить. Смешно. Но мысль меня свербила одна. А что, если она каким-то чудом и после взрыва уцелеет? Не знаю уж, о чем думал Сидоров, но вид у него был не краше моего, хотя оба и старательно изображали непринужденность. Моя адская машина не подвела. Уж рванула, так рванула. Весь личный состав, что толпился у палаток, возле старшины с мешками, так и залег. Фронтовой опыт сказался. Окна на втором этаже вылетели напрочь, да и на других половина разлетелась. Мы, конечно, дали команду никому в дом не входить, а сами, держа на изготовку личное оружие, помчались туда. Там все обстояло в наилучшем виде. Разнесло нашу красотку чуть ли не в щебень. Куча розового щебня, из которого мелкие обломки торчат. И облицовку ниши взрывной волной на тесном пространстве здорово обрушила. Одним словом, получилось на пятерку. Оставалось звонить майору с сообщением о ЧП. Самое интересное, что меня он, примчавшись, не ругал толком. Так, для порядка и расспросов никаких не вел. Нас с Сидоровым едва ли не сразу увезли в штаб фронта, куда следует. И уж там-то меня, раба Божьего, чуть ли не целый день мы тарили по полной. Два полковника и генерал-майор. Бывал я на допросах, сам допрашивал, но эти мотали так. Чуть ли не по минутам разложили то время, что мы провели в особняке. Разумеется, сразу прицепились, почему приказу была снята решетка. Но я изложил все как есть, никоим образом не топя Сидорова но волей-неволей отмечая его инициативу. Я о Петрове расспрашивали подробно и о том, осматривали ли мы нишу изнутри. Я сказал нет, с какой стати, посмотрели на статую только, что нам в конце концов в этой нише. А мешке со взрывчаткой не задали ни единого вопроса, видимо, Сидоров и в самом деле мастерски спрятал концы. Спрашивали только, не прихватил ли я с собой гранаты рыбу глушить? Я включил дурачка: Какая рыба, товарищ полковник? Не первый год служу, дисциплину понимаю. Две гранаты были мне с собой выданы на задание. Они и сейчас у меня в Сидоре. Можете проверить». А впрочем, они на этом вопросе особо не зацикливались. Видимо, понимали, что случайным взрывом гранат такого эффекта ни за что не достигнешь. Иногда отправляли посидеть в прихожей, а сами вызывали то сапера, который осматривал особняк, то еще каких-то незнакомых офицеров. Потом опять брались за меня, грешного. Бумаги я у них в штабе исписал, на полжизни хватит, под конец включил дурачка и говорю: Ну не думайте же, вы, товарищ генерал-майор, что мы, офицеры опытные, облеченные высоким доверием и серьезной миссией, как дети малые из хулиганских побуждений, сами статую подорвали. Судя по их скептическим ухмылкам, они и сами в такое не верили. Полковник даже прикрикнул: Хватит чушь нестей! Спросили мои соображения на предмет взрыва. Я сказал, что не сопер и судить о столь специфических делах попросту не берусь но не раз сталкивался со случаями, когда немцы втыкали в оставленных домах мины ловушки. И наши, кстати, тоже. Нет представления, не имею, связано ли снятие решетки с последовавшим вскоре взрывом. Но если подумать, крепко сомневаюсь, что такая связь есть. В конце концов, отпустили душу на покаяние. Продержали в штабе фронта еще день, но никуда больше не вызывали. А потом велели убыть в распоряжении непосредственного начальства. И убыл я, по всему было видно, чистенький, как младенец. Ведь если бы они Сидорова поймали на каких-то противоречиях или лжи, обязательно взялись бы за меня по новой с учетом уже этого обстоятельства. Сидорова я больше не видел. Но не сомневаюсь, и у него все обошлось. Из допросов ясно было. И в родном армейском управлении я, можно сказать, ежа так и не получил. Майор злился, но я твердил с честными глазами то же самое, что этим из штаба, фронта. Я не сапер, я разыскник. Поставленную передо мной задачу выполнял как мог. И уж с этой стороны меня упрекнуть не в чем. Ограничилось все тем, что мне все же влепили строгий выговор на бюро за пьяницу Петрова. Ну, по сравнению с тем, как мне могло влететь, вскройся все дело, узная они, что мы с Сидоровым неведомо зачем подорвали ценную статую, мы бы ни за что не объяснили зачем. Выговор этот был как дитю конфетка. Да и Петров, я слышал, не особенно и пострадал. Я же говорю, шла реорганизация, расформирование и прочие масштабные дела. Вот он и проскочил в ту калиточку строгое взыскание и точка. Даже тот саперный капитан, майор говорил всего-то звездочку и потерял, оправдался как-то, что не было у него приказа снимать решетки, вскрывать стены, вообще ломать особняк. Проверка обычными методами и не более того. Ну и самому майору влепили строгача, порядка ради, как обеспечивающему. Да, и маршалу, конечно, отвели совсем другую резиденцию. Кому-то так показалось правильнее. Вот и вся история. Не то, чтобы я потом старался специально, но при первой возможности искал в соответствующей литературе этого самого Карла Кадарелли из Флоренции. Ни разу не наткнулся на это имя за многие годы. Вот и думаю иногда, а может, он не одну такую статую сделал? Может, его за это еще в старые времена подгребли? А это уцелело? Ну, купил, скажем, какой-то заезжий иностранец, увез за тридевять земель? Не знаю. Не следочка. Зато благодаря Сидрову. Потом и в самом деле прочитал много старых сказок и легенд про оживающие статуи, которые в самом деле частенько душили людей. И все же, все же, иногда думается, а может она ничего такого и не хотела, всего-то навсего пообщаться с нами. Плохо представляю, правда, каким образом, но вдруг ей просто наскучило 300 с лишним лет торчать на одном месте, потанцевать хотела, или просто прогуляться под ручку. Сам понимаю, версия крайне уязвимая. Но от чего так хочется думать, что не было у нее смертоубийственных замыслов. Уж очень она была красивая. Но кто бы тогда в нашем положении взялся экспериментировать? Вот вы бы взялись? То-то. Вот и пришлось.